моя первая посылочка в новом году, и я с вами хочу ей поделиться. Я много лет заказываю уже из магазина Кудель, все, что мне нужно для рукоделия, девчонки. И в этот раз мне повезло выбрать доставку не почты, как обычно, а в магазин Пятерочку. Он у меня прямо сзади дома через дорогу. Давайте открывать. Так. Там есть очень много чего для рукоделия, не только пряжа, там и для вышивки, и для всего-всего-всего. Сайт простенький, но у них очень хороший ассортимент и достаточно приемлемые цены. И как вы видите, здесь, конечно же, выглядывает пряжа. Шить на данный момент мне некогда, и шью я крайне редко, у меня машинка уже 100 лет давно сломалась. Вот. А вязать я обожаю, тем более сейчас практически каникулы, там есть несколько выходных дней, а у меня очень много накопилось уже и того, чего нужно для семьи, и заказов. Так, давайте буду доставать по порядку. Вот таких вот малышей я беру регулярно. Один моточек стоит что-то там совсем очень дешево. В общем, смотрите. Да я даже открывать не буду, я уже показывала, и тут видно. Это акрил. Очень классные цвета, и мне нравится эта ниточка. Мне нравится ее толщина. Здесь 25 грамм, по-моему, сколько? 40 метров, да. Подходит для... Я вот вязала, у меня были подушечки 45 на 45, я вязала на них наволочки такие из сердечек, белые с нежно-розовым, нежно-сиреневым, очень красивые были. Сердечки я вывязывала из шишечек, у меня в инстаграме где-то есть, в принципе, можете посмотреть. Для животных одежечку очень круто, потому что у них ничего не чешется и не зудится, они носят все это прекрасно из такой пряжи. Там, да все что угодно можно связать, мне она очень нравится, и цветов там много. И вяжу я обычно крючком-троечкой. Так что вот таких я набрала малышей. У меня эти цвета закончились. У меня еще сиреневые, синие, голубые. Все есть в наличии. Так, как раз таки накладная мы с вами потом посмотрим. И моя любимая пряжа. Ярнард и Ализе. Сейчас я вот так достану. Все, в пакете больше ничего нет. Вот так вот по цвету, чтобы вы видели. Сейчас я вам достану. Девчонки, у меня уже пряжу класть некуда. Меня муж выгонит, наверное, из дома. Скоро скажет, что это завязывай, мать. Давайте открывать. И я вам сейчас покажу поближе. Вот эту пряжу поближе прям покажу. Это Альпина Альпака. Я ее просто обожаю. На самом деле цвет на картинке был намного светлее, девочки. Прям намного светлее. Он был нежный беж, кремовый беж. Это какой? 430... А, это 432. Мне нужен еще 430 или 433. Ну, прям вот он на картинке был почти вот как этот. Просто я же себе куртку купила, да, я вам показывала. А видите, тут вот... Ну, ладно, придумаю. Обычно из такой толстой пряжи я вяжу на 15-х спицах. Огромные. Вы у меня в инстаграм могли видеть неоднократно. Она прям вот, она обалденная. Она крупная. Она легкая и очень-очень теплая. Что у нас по составу? Я вам сейчас скажу состав. Здесь 30 альпаки, 10 шерсти и 60 акрила. 150 грамм, 120 метров. Пряжа обалденная. Вот, мне очень нравится. У меня такая была нежно-розовая, темно-синяя. Янтарного цвета очень красивый. Я вязала комплект, шапку, шарф. У меня подруга носит. То есть снуды. Потрясающие получаются. Они невесомые, они легкие, мега теплые, удобные. Можно в комплекте. Я вот с шапками вязала, с беретами делала. Вообще обалденно. Так. Также вот таких вот три моточка я взяла. Ализе Суперлана Макси. Почему Макси взяла? Потому что мне нужна толстенькая. Вот она, толстенькая. Так, и сейчас я вам скажу. Вот видите, даже примерчик тут у нас есть. Вот такой вот серый хочу цвет. Прям не могу, не было в наличии, хочу такой. Я заказала похожий, но потемнее чуть-чуть. Так, значит, здесь у нас Суперлана Макси. 100 грамм, 100 метров. Да, и здесь 75% акрил, 25% шерсть. Ну, вполне нормальный такой себе состав. Это такой у нас а-ля джинс. Я заказала 3 моточка, потому что в среднем, если делать комплект, шарф и шапку снуд именно, да, то хоть 3 мотка. Это вот стабильно. Меньше 3 мотков я стараюсь не брать. Вот этого просто в наличии было 2. Я последние 2 забрала. Так что вот такая вот ализешка. Вот там еще 2 их.
Ну, уже доставать не буду. И такой, видите, серенький. Вот он. У меня у мужа серая куртка. Я вот думаю, ему как раз такой снуд подойдет. Прекрасно. Ну и вот из этого тогда я буду себе делать шарф, потому что это у нас какой цвет? Ну, вот этот цвет мне не подойдет к куртке. А, и этот цвет знаете, кому подойдет? У меня мама себе тут купила дубленочку, и ей подойдет. Можно маме будет сбацать как раз два моточка на шикарный снуд. Так, все, идея есть. Так, здесь тоже 75 акрил, 25 шерсти, 100 на 100, и это у нас номер. Ты где? Какой номер-то, девчонки? Кручу-верчу, ничего не вижу. Суперлана Макси, вот, Кала 01, лот вот такой вот. В общем, у меня куртка примерно вот такого цвета, только она вот... Ну, это в желтизну уходит, это прям вот крем, а у меня нежный беж. Ну, вот, короче, сбацаю, я думаю, наверное, из этого. Посмотрю еще пока. Не знаю. Но мне нужен вот такой вот, я хочу, или 430, или 433, а это вот 32, видите, какой он. Немножечко отличается от картинки. Ну, ладно. И сейчас я вам скажу, сколько чего это стоило. Так. Вот так вот я вам покажу. Видите, тут даже отборка прошла. То есть шире, золотистый, пюсовый и белый. Это у нас вот эти вот малыши, которые, они по 14 рублей. А Суперлана Макси по 148. Ну, копеечки, потому что у меня скидка прошла 3%. И Альпина Альпака, моя любимая, 345. Так. Альпина Альпака, видите, он кремовый. Ну, какой ёшкин кот это кремовый? Ну, не кремовый он вообще ни разу. 345 рублей. Ну, собственно, и все. Кудели.ру. Тын-тын-тын. Скидка на товар у меня 3%. Ну, тут личные данные, девчонки, я показывать не буду. Стоимость доставки, вот я вам скажу, обошлась у меня 244 рубля 50 копеек. Цена товара полностью всего заказа 2025 рублей 20 копеек. И итого 2269,70 у меня вышел заказ. Заказом я своим очень довольна. Прям вообще очень все круто, классно. Теперь надо мне цвет себе найти. Видите, сейчас она в ходу. Очень многие вяжут из нее зимние вещи. Я периодически еще запасаюсь вне сезон, чтобы у меня самые необходимые цвета были. На этом я с вами буду прощаться, заканчиваю небольшой обзор своих любимых вязалочек. Всем желаю, кто вяжет ровных петелек, отличного настроения и выгодных заказов. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и берегите себя. Пока-пока!